Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами не Лапса. Мы продолжаем проходить метро Last Light. В прошлой серии мы спасли Черного, спасли Аньку. Да, опять же был 18+ контент. Так, что у нас там еще было? Мы идем. Куда мы идем? На Красную площадь, по-моему, да? Вроде как. Чтобы там остановить войну и что-то такое. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Ну да, через полис. Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Значит, мы уже на Красной площади. Нам надо добраться до полиса. Понял. Ну давай. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Не, вот малой прям крутой, вот прям малого, да, надо в семью, я прям приду Аньке, скажу так, ну-ка, Анька, хочешь жениться, вот, значит, малого берем с собой, и все, и нормально. Малой, потому что прям могёт. В смысле? Эй. Ты тоже их чувствуешь, значит, тебе будет легко понять. Это тени? Блин, походу я... Да, я... Походу зафейлил чуть-чуть. Это центр? Все дороги ведут сюда. Да, это вот центр. Вот почему они не смогли уйти. Казалось, кто-то стоит. Думаю, хера себе, ноги. Тело. Аля какие, да? Они здесь. Кто, очень кто, кто? Давно. Теня? Много, и они знают, что мы чувствуем. Ля, какая красота. Блин, давай я сейчас, знаешь, как сделаю? Успел, не успел? Ой. Фига, нормально. Блин, ну надеюсь, что я успел, короче, сделать скрин. Но реально красиво. Они не красные. Просто здесь их тронут. Если уйдем, они не тронут. Ну давай уйдем. Я не буду пока их трогать. Я уже говорил, я не буду трогать тех, кто на меня не нападает. Давай уйдем, давай уйдем. Типа, тьма. Не вопрос. Идет тьма. Нужно спешить. Так, а куда? Ну, здесь можно? Ага, здесь можно, хорошо. Быстрее. Твою мать. Ветер, опасно. Понял. Бегу. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Аномальная зона. Нужно идти. И там это же виды. Я вот пытаюсь. Не иду. Эй! Треснул, прикинь, этот стекло. Давай, 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 малой, я тебе верю. Иду, 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 иду. Давай, 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 малой. Охренеть, тут аномалия. Хочет домой. Не красный. Понял. Красный класс. Не красный, значит, не будет трогать. А не куда? Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Давай уйдем. Не проблема. Я ухожу, ухожу спокойно. Ага. Хорошо. У, лютое это место, слушай, прям жесть. Так, куда нам? Угу, по прямой, окей. Я ухожу, ухожу, братишка. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не совсем. Я рядом. А. Чувствую, да. О, сколько рук.
Малой, ты же рядом, ну? Ну, хелпани. Видимо, не хелпаня, да? Малой. Нельзя стоять. Я помогу. Во. Хорош. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Понял. Давай. Я никого не хотел тревожить. Они давно здесь. Ага. Их много, но все они в одиночестве. Понял. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Простите, не могу. Давай, 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 малой. Я в тебя верю. Сейчас тупо от малого зависит наша жизнь. Ни больше, ни меньше. Блин, да. Спокойно, малец. Я тебя не трону. Опять же, если ты меня не тронешь. Так, а наверх можно забраться? Нельзя. Угу. Так, подожди. Сейчас уже я что-то не понимаю. Ага. Пойду вниз. Все-таки в дверь. А как? Я не могу туда пройти. Подожди. Так, хорошо. Где и куда-то сюда нужно? О! Внимание! Мосинка! Мосинка! Вот оно куда. Походу сюда, да? Ага, все нормально. Блин, ну красота, конечно, неимоверная. Но... эта красота, конечно, опасна, да. Подожди. Спокойно, спокойно. Ребят, у нас договор. Я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Точнее, даже наоборот. Так, стоп. Ни хера не видно. Ага, туда. Тогда сходим вот туда сначала. Я не уверен, но... по-моему, там что-то есть. Ну-ка, подожди. Да блин! Сними эту ПНВшку. Так. Так. Угу. А, это, походу, мы внутри. Так, окей. Спокойно. Угу. Оля, сколько всего. Опять эта фигня. Блин. Не знаю, взять, не взять. Это у нас и так хорошее, тоже хорошее. Да и калаш неплохой. Так, подожди, еще раз, что тут? Прицел. Нет, калаш лучше. Так, тут у нас есть что-нибудь? Фух, испугал. Угу, все. Понял, можно на выход. Подожди. Еще что-то. Фильтра. Супер. Так, что там по часам? Минута 35, окей. Погнали. Сюда. Б.
Беги, Тёма, просто беги. Так, значит, нам вон туда, да? Хорошо. Спокойно. Малой. Артём, здесь здорово. Злые. Много. Очень красные. Я заметил. Очень красный, да? Подсвети-ка. Молец. А, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артём! Да, сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы! Относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Куда? Устал. Куда? Зачем ты мне поможешь? Подожди. А, ну я понял, да. Тут надо типа от укрытия в укрытие перебегать. Окей. Блин, они этими прожекторами весь обзор закрывают. Сука. Так, подожди. Я помогу видеть. Так. Малой, малой, малой. Прекращай. Устал. Хорош. О, прожектор минус. Супер. Так, этого убил снайпер, окей. Вы со своим Корвутом сейчас в одно место отправитесь. Ага. Паш, ты там это... Не заговаривайся. Ага. Своей головой сейчас подумаешь. Сейчас. Правильно делаешь. Мне нельзя забывать. О, Пашка, здрасте. Не захотел по-хорошему. Не захотел с нами, значит, сдохнешь тут. Ага. Ты бегай, бегай. Не вижу. Вылези. То есть это еще не все? Подожди, снайперюга. Правильно. Вот ваши бойцы что-то разучились стрелять. У-у-у, тихо. Да уезжался, называется. Блин, главное, чтобы маску не разбили. Да хорош. Отлично. Еще одну. На всякий. Замечательно. Так, маски. Нужны маски, срочно. Патроны. Маску поменять не хочешь? Разбито, понял. Тут еще были. Так, калаш. Это, походу, вот новый. Кстати, если я не ошибаюсь. Да, можно и, короче, вот этот вот калаш взять. Он, видишь, стреляет этими дробью. Давай его возьмем. Вместо нашей пистульки. Побегаем с ним. Маска, супер. То, что нужно. Все, побежали. Тут больше, по идее, ничего не должно быть интересного.
Дурак, что? Явился, значит. Не трус, это точно. Давай, Рейнджер, речь убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что, Артём, затряслись под жилкой? Это тебе не мутант, а лжечь. Ах ты, гад! Силён оказался. Силён! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся. Да, Артём. Молодец ты. Молодец. Ну, давай. Закончи, что начал. Да не вопрос, Паш. Он совсем не красный. Не злой. Я заметил. Ему страшно. Грустно? Грустно. Не понимаю. Что, ножом? Молодец. Без страха и упрека. Это... это еще что? Тварь, тут на меня натравишь. Герой. Угу. Герои. Так. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось так. Лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Лесницкий. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Вот же гад, а. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти, помочь, решай. Здесь нельзя. Поможем. Поможем. Он хоть и злодей, но, блин, в свое время он нам помог. Спасибо. Я запомню. Запомню. Так, что, куда нам теперь? Подожди, к нему опять, что ли? Нет. А, тут дыра, все, это я слепой. Окей. Неплохо. Теперь бы только успеть. В Полис. На мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самое последнее. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Остановим. Не переживай. Блин, кажется, все-таки красиво. Не устану это повторять, вот серьезно. Тут что-то странное. Погоди. Походу босик. Так, стоять, фильтры сразу. Я должен увидеть. Не сможет. Скорее всего, не сможет. Летун. Окей. Да умри уже. Так. Давай сюда, допустим.
Аномалия тут, конечно, зашкаливает. Тихо. Держись. Пока не вижу ничего. Ага. Спокойно. О-о-о, тут радиации. Ой-ой-ой. Подожди. Спокойно, я тебя не трогаю. Ай, дурачок. Тихо. Блин, опять эти херни. Не увидел. Подожди, меняем. Да успокойся, дурачок. Так, куда дальше? ПНВшку, серьезно? Право. Угу. Хорошо. Мелкие разбегаются. Фильтра. Так. Что-то здоровое. Так, стоять. Вот неугомонный, а? Блин. Они могли спокойно пробежать, он тупо на меня нарвался. Черт. Смотри, просто вся живность боится. Не вовремя. Спокойно, ребят. Видимо, неспокойно. Ну давай. Вот сучка, а. Я понял. Галики. Хорошо. Так, ну, место похоже, да, для сражения для с боссом. Так. А где малой у нас? Где у нас малой? Так. Ну, поехали. Давай. Ага, я понял. Думал, катсцена. Медведи. Ты что такое? Ты глянь. Охренеть. Медведица. Жесть. Так малого так и нету, да? Не нравится мне это сохранение. Ой, не нравится. Ну, а вот и малой. О-о-о.
Ну, погнали. Она защищает детей. Осторожно. Я понял, блин, что она защищает детей. У-у-у. Спокойно, спокойно. Мамаша, успокойтесь. Сука. Спокойно, 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 спокойно. Да ты угомонишься, нет, эй. О, подожди, взять что-то можно. Фильтра. Не, я сдох, походу. Хотя. Блин, местность тут неудачная. Не побегаешь. Бережет спину. Там она беззащитна. Где? Не вижу. Блин, этот засвет, конечно, был просто топовый. Да отстой, ну. Хорош. Ить. Да-да-да-да-да. Да беги, Тёма. Тёма хорош. Блин. Подожди. Вроде попало. Не уверен. А! Не надо! Не надо! Спокойно! А, застрял! Сука! Отстань! Да успокойся, ну! Вот неугомонный, слушай, а! Спокойно. Так, подожди. Так, ну пострелял по спине, по идее. Вроде как. Угу. Вроде. Хил. Хорош. Отстаньте, мамаша. Нормально. Убежала. Охренеть, блин. Пожирается. Аля. Помог ей. Молодец какая. Ай, жизнь. Так, малой. Подожди, подожди. Ага, понял. Скорее сюда, так.
Ага, нет ничего. Тоже нет ничего, окей. Слава богу. Цел. Кто это с тобой? Неужели? А это кто? Он переоделся? Что за... Спокойно. Да, это он. Это он. Дитя нового мира. Черный. Жесть. Нет, не стреляйте, полковник. Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Я тебя потом сам пристрелю. Агат. Агат. Каналья. Тысячи чертей. О, я понимаю его. Вижу его мысли. И слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Усыновили? Давно. Так вот, почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои. Черные. Мои. Они там. Они спят. Да это же... Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, мухи сонные. Все, хорош галики ловить. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Ну ты попробуй. Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной. Я тебе, блин, не открою, я тебя потом сам открою. Вот. Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина. Угу. Или самого Корбута. Хорошо. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это... наш последний шанс. Ну, погнали. Давай, Черныш, я в тебя верю. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Так. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения санитарной работы. И, пойдя на жертвы, вспыхнувшую бедность удалось заглушить зародыш. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красных похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит орден? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали. Привет! Мы можем заставить Москву признать. Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса разделим... Тихо, малой. Тихо, не пугайся. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ. Да подождите вы, ну. Этот договор вы скрепите малой боится. Своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Есть.
Разговор окончен. Срываю его полностью. Следуем в зал совета. Кого взрывать? За мной. Не, малый прям классный. Вот полковник, малый прям вообще лучший. Отставить. Всем силам орденов, Д6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Почему он там в курсе? Их. Только бы принесло. Красные. Отдаю приказ о прекращении операции Эльдорадо. Слава рейху! Видите, фашисты. Слава! Слава! И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова, друзья. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да. Да будет мир во имя наших детей. Угу. Ура, товарищ! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Я, блин, сейчас вас выведу. Артём, малыш, ваш выход. Еле-еле собирается. Так. Ну-ка, что у тебя там в голове? Ух ты, ёпт. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Это видели. Дальше. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Там еще вон двери были. Блин. Подожди. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Ага. Помирились. Выпьем, брат. Отравил его. Вот урод, а. Единогласно. Молчишь. Что смотришь так на меня? Глазами своими честными. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал. А теперь меня за яйца держит. Из-за тебя. Ах ты, дурак, а. Ай, Корбут. Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Ага, все, дверь закрыта. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. Угу. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Д6 штурмует. А там
вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководители! Прекратите! Проклятые! Отзовите войска! Будьте или хотя бы задержите! Сволочи! Выиграйте! При... Здесь все ясно. Как скорее, на вокзал. Д6 мы не отдадим. За мной! Все. Так, значит, надо сейчас Д6 отбить и открыть малому этот врата к его родственникам, к его собратьям. В броню. Блин, ну ладно. Малой стоит уже, ждет. Мой пиздюк. Ага. О! Анька. Не скучай. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Да. Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог. И ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Угу. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью. И отцом. За это невозможно пластить. Пластить! Блять. Простить! Но мы должны сделать все, чтобы наладить все отношения, все что только можно. А пройти можно? Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. Понял. И мы победим. Спарта! К бою! Бой! Погнали. Открывай. Жрите, уроды. Сорян. Блять, тут засвечивает, вообще ни хрена не видно. Сейчас еще и сзади. Его отсюда!
Хана убили, по-моему, нет? Нет, Хан жив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да я в укрытии, блин, но все равно как-то простреливают. Спокойно. Блин, вообще ничего нету. Класс. Все, успокоились? Отлично. Фига себе, снайперка, подожди. Оля какая. Сука, мочь. Танки! Танки! Зараза! Артём, займись танками, пока они нас не положили! Давай! Перезарядка, блин. Подожди. А как я ими зармусь? Типа. Угу. Окей. Там он снизу, по-моему, есть один, я? Есть, отлично. Наверху. Да с... Выстрелил, не увидел. Да попал же. Твою мать. Полковник! Артём не справится! Не справится! Следующий зал нас похоронит! Ты должен успеть! Так а чё я должен успеть, блин? Как я тут с ним справлюсь. Нормально. Артём Троянин, прячься. Угу. Сейчас прячусь. Не вопрос. Не могу понять, как их надо убивать, эти танки. Подожди, где он? Вот. Какой нам? Я реально не понимаю, что тут нужно делать.
Да, ёп. Твою медь. Туда стрелять, нет? Я пытаюсь. Я не могу понять, по колесам надо стрелять, по башне, куда именно? Вам по колесам, да, вон, видишь, красная. Сейчас, подожди. Во! Идеально. Все, я понял. Сейчас, скорее всего, проиграем. Но я понял, что нужно делать. И это уже хорошо. Отлично. У, жесть. Отходят! Они отходят! Наша взяла! Отбились! Мужики! Кажется, рано пользуюсь. Празднует рано. Они еще не выдохли. Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых. Наши сопровождают их до точки эвакуации. Отлично. Перегруппироваться и приготовиться. Сейчас снова попрут. Окей. Блин, огненных нет, жаль. А туда нельзя, да, пройти? Обидно. Мужики. Ну давай. Аля, все в броне. Подожди, это свой. Твою мать! Сорян. Не подпускаю. Же никого нету. А, щиты. Это, блин. Ну, сука, подожди. Тогда вот так сделаем. Давай.
Все. Замечательно. Кажется, справились. Молодцы. Вообще красавцы. Или нет? Ребята, думал, до этого не дойдет. Но дошло. Комплекс заминирован. Приказ я отдал еще в полисе. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Нельзя. Ни смертям не бывать, а одной не миновать. Нельзя взрывать, эй. Там черный. Это еще что? Черт! Неужели опять? Да выеживался. Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Красные. Мне кажется, сейчас черные помогут. Сердцем себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. Корбут. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите. Почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Походу, плохая концовка. Не бойся. Черт. Мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. В смысле, папа? Подожди. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться. Так Артём же должен быть жив, нет? Ладно, вот мы и прошли игру Metro Last Light. Вот, ребятки, всем, кому понравилось, да. Прожимайте лайкусики там, не знаю, подписывайтесь, комментируйте. Ну а с вами был я, Лапса. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.
Mm-hmm.